ваши юные принцессы. В начале апреля в Уфе выбирали юных топ-моделей. В возрастной группе от 7 до 17 лет победительницей и обладательницей главного титула стала 11-летняя Авелина Гумерова из Нефтекамска. Авелина учится в 4 классе 13-й школы. Профессионально занимается танцами и в школе театра моды. Благодаря конкурсу начала хорошо ходить. Вот примерно так она улыбнулась, повернулась и неожиданно для всех победила. Многолетние занятия танцами, умение подать себя и очаровательная улыбка. Пока она, конечно, не девушка Джеймса Бонда, но вполне возможно, скоро станет ею. Я выиграла гран-при и меня пригласили в Турцию на конкурс мини-мисс и мистер мира. Придачу к короне, которую она умеет носить, в отличие от всяких взрослых мисс вселенных, Авелина получила свое первое ювелирное украшение – настоящее колье. Это ожерелье, так скажем, из настоящего серебра и настоящего жемчуга. Это твое первое такое украшение? Да. Ну как думаешь, у тебя в будущем еще много будет украшений? Ну, я думаю, да. Подготовкой победительницы занималась мама и по совместительству руководитель эстрадно-спортивного танца «Импульс» Регина Гумерова. Хочу сказать, что сам конкурс прошел как бы все в спокойном русле. Не было никаких, ну, таких вот, скажем, казусов таких отрицательных не было. Все очень весело, как-то все друг друга поддерживали, все очень дружно, все девчонки подружились между собой. Там были со всей Башкирии, с разных районов: Кумертау, Янгантау, Стерлитамак, Туймазы, Суфы были девочки. Красоту дочери не оценили на городском состязании юных моделей. Зато уфимское жюри единодушно посчитало ее достойной представлять Башкортостан на мировом уровне. В чем мама, впрочем, даже не сомневалась. Молодец она у меня. И хорошая девочка. Она видит себя в мире высокой моды. Но сейчас для поездки и участия в мировом конкурсе топ-моделей в Турции необходима значительная сумма, которую родителей девочки просто нет. Зато есть красота. В общем, детскую мечту нужно срочно спасать. А красота потом спасет мир. Лилия Гарифуллина, Дмитрий Кузнецов. Время новостей.